Да? Первые этажи. Под магазины. Если это просто аренда, она вам приносит 1%. Если вы ее разгоняете до, ну, делаете активный бизнес, да, делаете там какой-то вот так салон красоты, там частный детский сад, то во что горазд. Вот, то она вам приносит уже 300, 400, 500 в месяц. Вот и все, вы разгоняете ее там до 3-4-5%. Слушайте, возможно, вы открыли новую страницу в моей жизни. Вот я сейчас подумал, думаю, вот это же... Ну, а как этим заниматься человеку, который раньше это никогда не делал? Допустим, мне, что у меня риэлтор искать специального, или как? Я просто вам так скажу, да, вот я сам занимаюсь землей. Да. Вот. И в какой-то момент ко мне просто пришли люди, сказали, вот что делать, есть квартиры, которые стоят по 12 миллионов, ничего не приносят, там, они 40 тысяч рублей аренды приносят, да? Ну да. Это копейки относительно. А как вы из жилого в нежилое переводите? Мы ничего не переводим, просто продали квартиры, накупили нежилого фонда, и занимаемся, ковыряемся, денег гораздо больше, и вот это единственное, что можно реально делать для того, чтобы жить по-человечески. Что, Настя трясет рукой, она ищет, как с вами познакомиться. Мне просто интересно, а вот вы говорите, вы землей занимаетесь, земля, насколько сложно ее сейчас, ну купить все легко, а продать и вот сдать в аренду или... Продать, смотрите, вот по поводу продажи, я в основном занимаюсь дачниками где-то вот в Чеховском районе, да.